Я думала, что мы завершили эту игру, но оказывается, здесь есть секретная комната, о которой я не знала. Можно кликнуть на эту фотографию. Я думала, что это просто фотография, но это не просто фотография. Эта фотография ведет на новый уровень. Я уже даже не знаю, что это. Начало, вступление, фонарик. Но этот уровень был уже доступен в самом-самом начале игры. Нажми, чтобы использовать. Нажми, чтобы использовать. Так, я разобралась. Нужно нажать на верхнюю часть тачпада, он тогда включается. А еще здесь сказано, что не забудь его выключать, потому что тогда это лучший способ его перезарядить. Ой, я напоминаю, что это хоррор. А я только что закончила играть красочную, добрую, сказочную игру. Мне совсем не к месту. Фу, что это? А, да, понятно. Разбито зеркало. Мне страшно оборачиваться в этой игре. Очень страшно оборачиваться. А вот и фотография пропавшей девушки, которая висела на двери. Там было написано «Missing», «пропавшая», «бывший», записка бывшего бойфренда. Дочь местного полицейского пропала, лес, деревья, это, видимо, масштабные поиски. Да, поиски продолжаются, ботиночки, рельсы. Закончился, я выключу. А в принципе, все равно видно. Прохожий с собакой нашел в лесу пещеру, могилу пропавшей девушки. Эмоциональный финал отца, чтобы найти его дочь. Поиски в лесу ничем не увенчались, принуждает отца прекратить поиски. А тумбочка открывается. На какую кнопку здесь? Что? Я уже все забыла. Это что, сейф? Нет, здесь просто оторванные ручки. Ладно, я оборачиваюсь, господи. Я не хочу оборачиваться. Закрывшаяся дверь. Страшные тяжелые шаги. То ли на потолке, то ли вокруг меня. Ой, это неужели это... Помните, эти вещи были в кабинете психотерапевта? Да, я пыталась еще из них что-то сделать. Лампочка. Лампочка не работает. Ой, там что-то лежит. Фу, это образцы костей, да? Что здесь написано? Хватит меня пугать. Как нечестно. А что будет, если я обернусь в темноте без фонарика? Так, я вижу, как светится дверная ручка. Это хорошо. А, ну ясно, ничего такого важного. Доказательства. Коробки потрогать нельзя. Одна из коробок упала. Нет, можно, можно коробки трогать. Нет, нельзя коробки трогать. Ладно, все, идем. Смотри. Следы. Это мои следы. Они были? Стульчик, маленький стульчик. Вот. Да. Так, новые доказательства. Костя. Я приду за тобой сегодня ночью. Классный пакетик такой, надувшийся. Может быть, это те доказательства, которые они нашли относительно этой девочки? Что с потолком? На потолке какие-то страшные кляксы. Ладно, идем в темноте открывать. Ужас. Страшно. Ключ? Гвозди. Странно. А, выломать дверь не получится. Может быть, здесь ключ спрятан? Обычно ключ спрятан где-то рядом. Ага, они хотят, чтобы я обернулась. Я не буду оборачиваться. Гвоздики. Пустите. Ладно. Спокойствие. Что-то изменилось? Я должна найти ключ? Да, ты шутишь. Вы меня здесь заперли, чтобы я нашла ключ от этой двери? Или я нашла способ открыть эту дверь? Фонарик сейчас лопнет. Разрядится, в смысле. А может быть, это подсказка? Может быть, здесь что-то можно найти без фонаря? Очень ярко светят желтые кнопочки. Ладно. Итак. Что это? А, это моя рука. Что-то изменилось. Лжец? Лайер? Нет? Да, да, этого не было. Музыка означает, что что-то изменилось. Ой, подожди. Убийца Карл? Стол?
Эксклюзив. Отец рассказал все об одержимости Карла рассветом. Так это было. Что еще поменялось? В зеркале, может быть, можно увидеть отражение в зеркале. Хотя в играх обычно нету ничего в отражении. Музыка меняется. Может быть, сейчас меня выпустят из комнаты? Нет. Так, это уже превращается в триллер. Стоп. На этой стене ничего не было. Лесные доказательства могилы были утеряны полиции. Посвящено Карлу. Всегда и навсегда. А вот и ключ. Убийца Карл. Пропавшая музыкальная шкатулка. Шеф полиции вынужден приостановить расследование. Ну что ж, а где замочная скважина? Здесь нет замочной скважины. Это шарик? Это глаз? Фу! Это чей-то глаз. Мне показалось, что это зеркало. Чей-то силуэт. Силуэт какой-то девочки. Окей, как открыть? А зачем ключ? Ключ от музыкальной шкатулки, может быть? А что еще можно и найти? Мне это, знаете, что напоминает? Мне это напоминает игру Шерлок Холмс. Там нужно было очень долго изучать одну и ту же самую комнату, потому что там все доказательства и улики могли быть запрятаны в любом месте. На потолке, на полу. Это могла быть... Это мог быть кусочек ткани на стуле. Так что смотрим внимательно. Стены. Стены не изменились. Дверь по-прежнему закрыта. Новые глаза не появились. Новые надписи тоже. Здесь можно потрогать. Здесь мы забрали ключик. Ладно. Лжец, Карл. Да, это все было. Доказательства. Это записка о том, что он придет. Или она придет. Они все придут, ну отлично. Фонарь разрядился. О, кстати, было бы интересно, если бы в тот момент, когда ты включаешь фонарь, внезапно появляется скример каждый раз. И тогда ты, может быть, разбить зеркало? Вместо зеркала я разбила кружку. Обойдем тумбочку с этой стороны. Нет, пусто. Обойдем тумбочку с той стороны. Пусто. Что это? Что это? Это замок. Замок? Закрой, закрой, закрой. Чего? А вот и ключ. Теперь я знаю, для чего он нужен. Я не буду оборачиваться. Нет? Что изменилось на этот раз? Ого, появились новые доказательства. Это болото Луизианы. Страшные болота. Да, записка бывшего бойфренда. Я приду за тобой. Это болото 100%. Появилась новая фотография, да, лесная тропа. Или она была пропавшая девушка. Да, это все было. Ботиночки были. Хватит меня пугать. Очень страшно. Вы сейчас у меня разовьете клаустрофобию, честное слово. Я ею вроде бы как не сильно страдаю, но такими-то играми. Допустим, я вставила ключ в этот замок. Значит ли это, что я могу его теперь открыть? Значит ли это? Фонарь зарядился. И что? Может быть, я могу полностью вытащить этот ящик? Шкатулка. Нет. Шкатулка. Бери шкатулку. И что? У меня нет дверной ручки. У меня нет такого замка. Противный звук. Новые доказательства. Пятница, 12. А, четверг, 12. Пятница, это Friday. О, я помню эту игрушку. Она была в игре.
Это были очень страшные игрушки, которые постоянно за мной наблюдали. Итак, что, нельзя? Нельзя потрогать? Ну, отлично. Отец сломал глаз куклы. Он был очень зол на меня. Глаз куклы? Куда я бросила глаз? Куда я бросила глаз? Нужно вернуть глаз кукле. Спасибо. Мне кажется, бестолково каждый раз так часто выключать фонарь. Ой, там какая-то надпись. Разве эта коробка была там? Подожди, я не буду вставлять глаз кукле, пока мы не прочтем, что за надпись на этой коробке. Итак. А, одежда. Детская. А дверь закрыта? Да. Дверь все еще закрыта. Ладно, идем вставлять глаз, который пытается сбежать. Возвращаем глаз на место. Что-то упало? Какой-то звон странный. А, еще один ключ. Да. О, это не просто ключ. Это ключ от шкатулки. Теперь я могу ее открыть. Не надо падать. Иди сюда. Чтобы открыть, наверное, нужно покрутить. Открывайся. Странное управление в этой комнате. Разве в той игре было такое же неудобное управление? Ух ты. А у нее нет головы. Это плохой знак. Телефон. Еще одно доказательство. Подождем, пока зарядится фонарик. Ждем. Фонарь зарядился. Пхон. Потяните, чтобы открыть. Смотрите, он почти уже зарядился. Это их переписка. Ой, не, я не буду читать чужие переписки. Все. Игра на этом закончена. Ладно. Выключаю фонарь, пусть заряжается. Я хочу. Но я не знаю, что он сделает, если поймает нас. Я убью его, если он притронется к тебе снова. О. Я сбегу, когда он снова уснет. А, тут еще и листать можно их переписку. Хорошо. Ой. Подождите, не убивайте меня, я еще не дочитала переписку. Он нашел нашу записку. Он очень-очень зол. Он даже взял мой телефон. Но я стырила его обратно. Он не может предотвратить твое взросление. Просто будь готова, и мы сбежим сегодня ночью. Да, я хочу, но я не могу. Ой, сердечко, я тебя люблю. Да, я сбегу, я тебя люблю. Все, телефон пусть полежит. Мне не нужны чужие телефоны. Что изменилось? Что изменилось? Новые фотографии, новые доказательства, новые надписи на стене, новые глаза, кости нет. Наконец-то. А я думала, меня выпустят отсюда. Все. Блин. Я готова. Это была она. 100% это была она. Ух ты. Представляешь, мы это пропустили. Я это пропустила. А что фонарь мне... Фонарь мне с собой отдали. Ух, это был очень напряженный опыт, но это было интересно. Значит, это еще одна из многих пропавших девушек, и мы только что проследили ее судьбу, но непонятно, кто и что с ней сделал. Да, вроде как полиция думает, что это ее любимый парень, но не факт, что это был он. Так что вот такая история. Большое спасибо, что были со мной. Эти страшные минуты, надеюсь, вам понравилось. Если это так, оставайтесь со мной, и мы обязательно продолжим играть в другие VR-игры. Всем удачи и пока!